Ну что ж, всем хайшки, с вами Тамплиер, и это 9-й уровень в карте Find the Key в игре SurvivalCraft. И игролин довольно прикольная, точнее карта, мы уже все оценили. И подходя вплотную к плитам, можно их активировать, это меня радует. И кстати, даже очень. Потому что чем кидать я пока что еще не нашел. Так. Реально я не нашел. Так. А вот это меня уже начинает напрягать. Конечно, все супер, лабиринты, все дела. Но все же. Так, чекпоинт. Пока что закроем. Мы его видели, но... мы на нем еще не распавнились. Что нам дает этот люк? Только обзор и ничего более. Был бы он здесь, давал бы он нам очень многое. Так. Может, из предыдущего уровня нужно было что-то таки взять. Я отказываюсь в это верить. Ну, серьезно. Где я мог что-то упустить? Где? В чекпоинте ничего. Ладно, поспим. Поспим, чтобы зараспавниться на этом уровне. Окей. Итак, давайте думать. Где может быть ключ? Кроме, естественно, рифмовых попаданий, нам нужно найти какую-нибудь кидалку по вот этим всем плитам. Скорее всего, эта кидалка, конечно, и находится в предыдущем уровне, во что мне как-то не особенно так-то хочется верить, так как уж спасибо, я с предыдущим уровнем натерпелся. Так. У меня вообще нету идей по поводу, где что может быть. Так. Там чекпоинт. Блин, я уже размечтался, что что-то я случайно нашел. Тут не хлебушек мод, мы пролезть не можем. С люком ничего не связано. Я, конечно, слышал когда-то про бах. Но нет. Ничего у нас нового мы тут не увидели. Только полная схема. И все. Так. Где еще что может быть? Ничего пока что. Ладно, не будем мучиться с этой камерой. Так. Но мне вообще не нравится то, что вот здесь вот такое. Ну, серьезно. Но у меня нету идей, как это пройти. Какую-нибудь тыкалку из предыдущего уровня, ну, вряд ли.
Хотелось бы сейчас поставить паузу, но вспоминаю, что у меня нету волшебной магии монтажа. Эх. Дикая печаль. Дикая печаль. Very good, конечно, это всегда very good. Но, блин. Кроме плиты, могло быть еще что-нибудь? Нет, не могло. Значит, чем-нибудь мы должны нажимать вот эти плиты. Но чем? Чем? Блин, чем? У меня просто нету идей. Нам не дают нажималки. Серьезно. Как их нажать? Без понятия. Вот выход. Но нам нужно что-то найти. Белиссимо. Я не нахожу. Эх. Печаль. Просто. Может, где-нибудь здесь что-то есть. Попробуем поискать, конечно, вот так вот. Но думаете, это что-то даст? Сомневаюсь. Очень-очень сомневаюсь. Так, хотя вполне возможно. И... А. Ну да. Так. Нету ничего. Нигде ничего нету. В сундуке этом ничего? Серьезно? Вот здесь у меня на вот этом моменте у меня сейчас серьезно подгорело. Где тогда может еще что-то быть? Где? Я все обыскал. Обошел все. Ничего нигде нету. Серьезно, это... Это Unreal. Просто один люк. Я сейчас возьму, попробую, конечно, орбиткой туда, камерой орбитной туда пролезть. И глянуть, что там может быть. Но там, кроме сундучка, ничего нету. Да. Там кроме сундука ничего. Я вот реально сгорел на вот этом кадре. Все, я не знаю, что можно здесь сделать. Был бы реально чатик на стриме. Может быть, бы помог. Ну, серьезно, у меня нету идей. По поводу того, что может еще здесь быть. Я обыскал все. Полезем в угол. Пока что. Полезем в угол. Возможно, что-нибудь мы да и найдем в этом угле. Так, ух ты ж. А, это... Этот уровень, который мы с легкостью прошли. Это лава-замок. Так. Я сейчас просто видосик проматываю быстренько. Да ладно, он адский замок до конца проходил.
Не, нет, пожалуйста, нет. Ну, скажи мне, что ты прошел этот уровень. Потому что летсплей, наверное, затянется, так что я не ожидал, что мы пройдем еще один уровень после седьмого, так что мы, получается, уже на девятом уровне. Я не знаю, я не спрашивал автора, сколько здесь уровней. Это уже девятый уровень. Видосик Олники Фокса. Ну, наверное, пока на этом все, если вам понравилось. Ну, супер. В общем, надо будет очень-очень долго мучиться и проходить это самому. Окей, у меня нет идей сейчас. Просто я сгорел. У меня нет идей. Вообще ни единственной идейки, ни малейшей идейки, что тут можно вообще предпринять и сделать. Двери. Серьезно? Я сейчас сгорю, если вот там окажется сундук. Нет. Да. Да ладно. Я сгорел. Серьезно. На этом все. Всем до скорого. Следующий уровень, следующей части. Всем удачи, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.